течение первой осенней недели подмосковные парки посетило около 650 тысяч человек. Это очень высокий показатель, если учитывать, что за весь прошлый год число посетителей парков Подмосковья составило чуть более 9 миллионов. В тройку наиболее посещаемых объектов вошел Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной. За первую неделю сентября его посетило почти 22 тысячи человек.